Привет всем! Это первый футбук в этом году. Вот. Сегодня я приготовила вот такой салат из свеклы с грецкими орехами. Заправила майонезом. И также приготовила еще такое овощное рагу. Здесь репчатый лук, болгарский перец, кабачки, пекинская капуста и помидоры. Потушила. Из приправ добавляла только черный перец, ну и соль. Вот все. Воды не добавляла вообще. Это вот сок от овощей. Это все у меня из заморозки, кроме лука и пекинской капусты. Помидоры были замороженные. Перец, кабачки тоже из заморозки. В мультиварке на пару готовлю котлеты. Такие они самодельные, это из свино-говяжьего фарша. Вот уже будут скоро готовы такие вот котлетки. Всем приятного аппетита! Вот и приготовились мои паровые котлетки. Такие вот. Еще я приготовила пиццу. У нас с Нового года остался кусочек пармезана. В морозилке лежала одна основа для пиццы. Замороженные помидоры, болгарский перец. Вот, я смазала основу майонезом, сложила помидоры, перчик, посыпала тертым сыром и в микроволновку. Такая простая пицца получилась. Всем приятного аппетита! Сегодня у детей вот такой перекус, фруктовая тарелка. Здесь целое яблоко, мандарин и немного винограда. Сегодня на обед я потушила печень, такую просто с луком, добавила соль, перец, такая печень. И на гарнир отварила пшеничную кашку.